Ребят, в общем, итог. Занял я Пятерину кое-как. И от этой Пятерины мне ничего не осталось. Развал я так и не сделал. В общем, в итоге добавил почти литр антифризу. 165 рублей ушло. Это все в 5000, по-моему, 100 рублей осталось у меня с 5000. Дальше. Масло Кикс. 1380 полусинтетика. Почему Кикс? Потому что я уже года 3 его лью. Но посоветовали все-таки брать Мобил. Потому что оно с бочек даже, по-моему, дешевле, чем Кикс. Полусинтетика врать не буду. Но шепнули, что прям идет с Финляндии бочки. То есть в следующий раз я все-таки приценюсь к Мобилу. Здесь получается 1380, 4 литра, наверное, да? Ну, в общем, неважно, поскольку там литр. Так, 165 антифриз, 1380 масла. Фильтра у них были только мановские. Узбекский вин не бьется. Сейчас поправлю. Узбекский вин не бьется. Парень выходной сегодня, который по запчастям, в общем, не понравилось мне. Единственное, пришлось пешкодраусом, правда, метров 200. Но когда на машине постоянно 200 метров, блин, туда время потратил. Обратно там в Иксоре, короче, я купил Сакура фильтр масляный. Я уже Сакура как-то брал. Фильтр масляный Сакура 170 рублей. Я думаю, фирма неплохая. Ну, просто 500 или 600 рублей за ман, ребят, я не готов отдавать. Воздушный фильтр Chevrolet Lachetti 270 рублей. Значит, свечи зажигания 270 рублей штука. 1080 рублей получилось. Троила у меня машина из-за свечей. Там электродов просто не было, короче. Там вот, не знаю, 1/5 миллиметра, наверное, торчала. Сейчас поеду, не должна троить, потому что если троить, значит, катушка. Надеюсь, не вышибла. Значит, свечи 1080. Щетки стеклоочиститель не поставил по 180-190 рублей лево-правое. По работе получилось, значит, замена масла 300 рублей. Потому что не чересчур бесплатно, а так как сливаешь с пробки, 300 рублей замена. Хотя покупал у них. Осмотр ходовой 400. Вот, сказали, что задние втулки рычага, что где-то там вот уже износ есть. И стойки стабилизатора стучат. О, не стойки, стойки. Эти амортизаторы, короче. Но они свою функцию выполняют, они как бы машину не раскачивают, но стук, особенно холодный. Из-за этого сказали развал не делать. В общем, ладно, сожжет резину за зиму, бог с ним, как бы. Ну, в общем, видите, то есть еще вливания нужны. Осмотр ходовой 400, замена свечей зажигания 600. Единственное, свечи, конечно, я мог бы заменить и сам, если бы был... были бы ключи, был бы дома, было бы что, в общем, ну 600 рублей я дал, ладно, там снять надо защитную крышку, болты открутить, ну в общем я менял 1000 раз, так просто нет у меня сейчас инструментов, особого желания, за это я 600 рублей готов отдать, но вот за фильтр масляный мановский 500, если вот этот Сакура тоже, я думаю, на своей будет функции выполнять, может, конечно, не прав, у каждого свой подход, в общем, в итоге, получилось, что у меня за работу, как бы, осмотр ходовой, замена масла, замена свечей зажигания 1300 вышло. Запчасти у меня вышли, щетки, свечи, фильтр, воздушный, масляный 1900, округлим. То есть 1300 и 1900, это будет 3200, да? 3200, плюс масло, округлим, 1400, это будет 4600. И плюс антифриз 4600, плюс, ну, округлим, 150, 4750. И фильтр воздушный у меня работник сам поменял, там мужичок нормальный. Я говорю, дай отвертку, там у меня фильтр не на защелках, а на крестообразные, под крест и под накидную головку на 8, что ли. Он, да ладно, я тебе поменяю, так говорит. Вот, спасибо ему большое. Вот такие сегодня результаты. Гофры еще. Гофры у меня пердит. Пердит ужасно. То есть это еще надо тысячи, сколько сказать, полтора работы, полтора гофра, ну, тысячи две-три. Сказали, глушитель сервис где-то в Мариной Роще есть. Надо вот будет заезжать, потому что, ну, таксовать с пердящей тоже. Вот насколько она уже сильнее. Вчера не так еще тарахтела у меня.
Вот такие дела, ребят. Пятерин сегодня улетел, но в принципе не жалею. Единственное, сейчас ехало бы, не вышло было бы катушки из-за этих свечей. Попробую, но... Не, вроде нормально. На ходу тяги прям не было, она троила машину, не ехала. Вот такие итоги. Пишите комментарии. Может, посоветуйте, где сервис, где подешевле, что делать. Но как бы я здесь давно ездил, но видите, некоторые цены развал. Если за 600 можно сделать, зачем его? Но развал сейчас отпадает, надо стойки менять. Но тоже посоветовал мужик, который делал, говорит, отъезди зиму, ну да, неприятно, да, постукивает, функцию ты свою выполняет, потом если что поменяешь. Ну, в общем, все равно машине будет повеселее, надо сейчас записать замену масла, потому что я масло вообще не знаю, когда менял последний раз. Скорее всего, пробег смотанный, потому что 76 тысяч на одометре, все начинает сыпаться. Скорее всего, это не 76, скорее всего, 150 или 176, я так думаю. Вот. Масло я литр доливал, но доливал, потому что я проехал, ребят, не ругайте, 15 с лишним тысяч километров. Вот, и когда там уже был минимум, я залил просто самого дешевого какого-то. Но сейчас вот посмотрим, за десятку сожрет что-нибудь. Нет, я надеюсь, что не загубил движок. И еще у меня ТО на газовое оборудование, потому что расход был 14 литров. Возможно, это из-за свечей сейчас будет, может быть, меньше. Но все равно пусть, думаю, фильтра сменит, потому что если на форсунке, кто знает, попадешь, это тоже на сумму. Вот смотрите, то есть 5 уже вложил. Еще гофра 1000-2500, еще ТО газа, я тоже думаю, 2500 выйдет. Еще пятерину надо. Так что, вот так вот. Увидимся, пока.